Наступил декабрь месяц 2022 года. Это лучший месяц, я имею в виду именно декабрь, для покупки самогонного аппарата, либо каких-то других аксессуаров для самогоноварения. Почему, я расскажу в этом видео, а также поделюсь своим личным опытом, чтобы вы, уважаемые зрители, не наступали на те же грабли. Присоединяйтесь. Поехали. Здравствуйте, уважаемые зрители, с вами Самогон Саныч. Так как я сказал, декабрь месяц — это всегда лучший месяц для приобретения каких-то крупных покупок, типа самогонного аппарата, автоклава, ну, либо каких-то аксессуаров для самогоноварения. Ну, во-первых, мы и так планируем что-то купить, потому что мы хотим сделать подарки своим близким, друзьям, либо себе любимому, и, естественно, откладывали какие-то деньги на то, чтобы на Новый год заполучить ту или иную вещь. И я сейчас для начала поделюсь опытом, который был у меня, потому что у меня все то же самое. И несколько лет назад я хотел себе купить индукционную плиту iPlat T24. Тогда эта плита стоила чуть меньше 5000 рублей, то ли 4700, то ли 4800, я точно не помню. И вот у меня была скоплена сумма 5000 рублей, мне ее вполне хватало на то, чтобы приобрести данную индукционную плиту. Но я вот думал, что я к Новому году ее приобрету и уже с Нового года начну заниматься самогоноварением на индукционке. Но, как бывает, я каждое утро вспоминал, что надо заказать, потом закручивали меня дела обычные, то, что называется, окунулся в обыденность, одно дело, второе, третье. И забывал в течение дня. На следующее утро я тоже помню, а да, надо заказать. Думаю, ну ничего, сейчас я вот это сделаю. Ну и так далее. В общем, что называется, протянул вала за хвост. И вот наступило 20 декабря, и я понимал уже, что если я сейчас не закажу, к Новому году я эту плиту не получу. И 20 декабря я уже все, залез в магазин, который заранее, так сказать, себе записал. Думаю, сейчас я закажу, а нет. Написано, нет в наличии. Я в другой, в третий, в четвертый магазин. В общем, плиту уже до Нового года я заказать не смог. Я немножко расстроился, но думаю, ладно, после Нового года. После Нового года неделя прошла, ничего нету. Вторая неделя прошла, ничего нету. Появилась плита только уже под конец января месяца в одном из магазинов. Но появилась уже она на 1000 дороже. Соответственно, я заказал эту плиту, и вместо того, чтобы заполучить эту плиту к Новому году, я получил ее к 23 февраля. Вот это мой опыт, учтите его, пожалуйста. Не надо наступать на те грабли, на которые наступил я. После этого я сделал вывод, что надо покупать, если ты что-то планируешь, именно в первый, так сказать, до 20 декабря. То есть в первые декады декабря. Тогда у тебя есть возможность все это дело заполучить. И четыре причины, почему это нужно сделать именно сейчас, и сейчас начало декабря, я расскажу сейчас вам. Первая причина – это то, что, как правило, в декабре практически во всех магазинах идут скидки и подарки. Я в описании к этому видео добавлю несколько ссылок. Это магазин «Русская дымка», магазин «Колба». Там вы можете приобрести товар и получить скидку 3% по промокоду «Самогон67». Все это будет написано в описании к данному видео. Подарки вы можете получить, если вы покупаете у производителя самогонный аппарат «Люкстайл 8М». Скидки и подарки – это всегда приятно. И особенно приятно, когда вы, приобретая необходимую вещь, которая и так вам нужна, вы получаете эти скидки и подарки. Кстати, у «Люкстайл 8М» там один из подарков – это вообще, по-моему, бесплатная доставка данного аппарата до вас. Вторая причина. Многие магазины проводят розыгрыши. Вот на сегодняшний день в «Русской дымке» проходит розыгрыш. В розыгрыше автоматически принимают участие все покупатели, которые сделали покупки в данном магазине на сумму свыше 500 рублей. Об этом розыгрыше я уже рассказывал. Я сейчас концентрироваться не буду. Я расположу ссылочку на видео, где я рассказывал об этом розыгрыше, тоже в описании к данному видео. Кто-то может сказать, ну, розыгрыш — такое дело, это, в общем, далеко не всем везет. Ну, я согласен, что там, конечно, и хотя вот «Русская дымка», она проводит розыгрыш аж на 2 миллиона рублей,
конечно, все не будут счастливыми обладателями данных призов. Но вы, даже если вы не получили приз, вы все равно в плюсе, потому что вы приобрели необходимый товар. То есть я хочу подчеркнуть, необходимо покупать то, что вам нужно. Не надо покупать тот товар, который вот вам лично не нужен, но вы вот очень хотите принять участие в розыгрыше. Нет, покупайте то, что вам нужно. То есть вы получаете товар, который вам нужен, раз, вы уже не в проигрыше. Во-вторых, вы в выигрыше в том, что вы получаете скидку 3% на этот товар. И это уже приятно. И третий, еще надежда получить некий приз, если вы участвуете в данном розыгрыше. Третий пункт, это исходя вот из моего опыта о плите, которую я пытался приобрести уже после 20 декабря. Дело в том, что многие люди, естественно, готовятся к Новому году, а конкретно вся страна. И вполне возможно, что тот товар, который вам необходим, его просто не будет на складе в этот момент, когда вы будете перед Новым годом заказывать. Вот я после 20-го заказывал или 20-го, нет на складе, все. Поэтому здесь получается так, что вы просто можете лишить себя подарка на Новый год. И зайдя в магазин, вы просто увидите под вашим товаром, который вы хотели, допустим, под той же плитой или самогонным аппаратом, нет в наличии. И четвертая причина, которая тоже из моего опыта. Как вы помните, я купил плиту уже на 1000 рублей дороже. У нас цены все время изменяются. Ну, это так говорят маркетологи, изменение цен. На самом деле, вы, уважаемые зрители, прекрасно знаете, что за словом «изменение» стоит слово «повышение». У нас цены всегда повышаются, растут. Но к нижнему пределу они как-то никогда уже не стремятся. Так вот, повышение цен, которое мы все с вами периодически проходим, оно всегда у нас то ли с понедельника, то ли с 1 числа, то ли с Нового года. Так вот, 1 января – это и 1 число, и Новый год. И, соответственно, вполне возможно, что цена на тот товар, который вы пожелаете купить, будет изменена. Я не знаю, будут ли изменяться цены в интернет-магазинах, ссылки на которые я расположил в описании. Я могу сказать только вот за свою книгу, которая тоже сейчас продается по одной цене, но я уже знаю, что с 1 января ее стоимость изменится. В какую сторону, вы сами понимаете. Вот 4 причины, которые я изложил в данном видео, с тем, чтобы вы прислушались к ним и сделали выводы при покупке тех или иных подарков, которые вы планируете положить под новогоднюю елочку. Еще раз говорю, что ссылки на все магазины, которые дают ссылки, скидки, подарки, проводят розыгрыш. Это магазин, как я сказал, «Русская дымка», это сеть магазинов «Колбы», это магазин производителя «Люкстайл 8М», ну и, конечно, редакция, где вы можете приобрести, то есть интернет-магазин, где продается моя книга. Так что проходите по этим ссылкам, выбирайте, пользуйтесь. А вам, уважаемые зрители, здоровья и веселых застолий. С вами был Самогон Саныч. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте лайки.